Ну это очень хорошо, да, к шубе? Она... Слушай, ну так классно! Сейчас скажу, какой бренд. И к нему же я подобрала курточку. Сейчас тебе покажу. Так, сейчас, чтобы сразу в одном видео все тебе отправить. Вот, смотри. Вообще не представляешь, как ты красиво выглядишь, как секс-бомба вообще, красотка. Ребят, сегодня мое видео началось с того, что я перепутала лак с блесткой. Думала себе блестку на челку добавить чуть-чуть. Попшикалась сегодня средством для от комаров. Представляете? Такой у меня сегодня влог начинается с такого момента. В общем, надеюсь, дальше пойдет лучше. Посмотрите, как снежная королева заморозила наше королевство. Вы только посмотрите, какого размера сосульки. Они прям на балкон, через балкон пробираются ниже. Посмотрите. Посмотрите, ну просто завораживающее зрелище. Посмотрите, сейчас приближу немножко. Сосульки такие острые-острые, но это так красиво. К сожалению, у меня фотоаппарат плохо передает. Плохо приближает телефончик мой. Друзья, всем привет. Мне тут написали: Верочка, не переживай, не так все страшно. Ну, смотрим. Это вот дневной свет. Вот такая я красивучая. Здесь, значит, примерно то, что я хотела. А здесь то, что получилось. Вот. И ни в коем случае не думайте, что я кого-то обвиняю в этом. Я сама такая, видите, экспериментаторша. Захотела чего-то этакого к Новому году, да? Поэтому получилось то, что получилось. Фигня. Волосы отрастут, все будет хорошо. Что-нибудь придумаю. Кстати, спасибо всем большое за советы. Много людей написали, как мне можно попробовать это все исправить дело. Так здорово. Только вышла из дома, уже встретила двух подписчиц. Приятненько. Была рада с вами увидеться. Так-то не страшно, видите, в шапочке все хорошо. Вот она, наша елочка. Я прям мечтаю съездить в Даугавпилс, посмотреть на елочку там. Там так красиво все организовано было. Вот, поэтому хочется поехать, но туда надо ехать обязательно, я думаю, с ночевкой. Потому что все это красиво, когда темно. Сейчас мы с вами зайдем в Киломакс. Посмотрим, что там новенького. Потом зайдем на Лига. Нам нужна белорусская тушь. Потом еще сходим с вами, купим корм, сухой корм для Фреи. И, наверное, выйдем на море. Вот такое у нас сегодня видео получится. Я не уверена, что мне что-то надо. Но кое-что все-таки одно я ищу. Надеюсь, найду. Друзья, вот вы смеялись, а шубы моей больше нет. Зеленой, той, которую я мерила, и второй нет. Только такая осталась. Так что все, разобрали. Выбор тут, конечно, посмотрите, огромный. Всего чего. Вот красивый цвет.
Значит, что я вам хочу сказать. Набрала я, в общем, вещей. Сейчас буду все это примерять. И вот, например, этот свитерочек я взяла, потому что я хочу примерить и посмотреть, как выглядят вот эти вот теплые штаны на мне. То, что это сейчас очень модно. Вот хочу посмотреть. Второе. Хочу примерить вот эту вот куртку. Покупать я ее точно не буду, но хочу посмотреть, как она на мне смотрится. И вот такой еще наборчик. Куртка цвета хаки с платьицем, жилетка. В общем, сейчас все вам покажу. Вот как выглядят эти штаны. Посмотрите, тепленькие. Подчеркивают мою фигуру. Свитер тоже округлил. В общем, такая бомбочка получилась. Так вам. Но такие штаны у меня в детстве были только коричневые и не расклешенные. Так, есть еще один вариант. Возможно, потемнее, больше подойдут. Сейчас посмотрим. Ого. Как раз к моей новой прическе. Тут просто более объемный свитер, не такой, не в обтяжку. И лыжи. И пошла. Так, второй вариант, мне кажется, более широкий, лучше. Не так все в обтяжку, но они мне очень длинные. Хочу сразу извиниться, что примеряю все это руками. Так, примерила куртку. Здесь не хватает уже байка, мотоцикла. Видите, с этими штанами куртка. Огонь. Нет, мне, наверное, такие подходят, но не такая большая. Цвет, к сожалению, не передает. Эту курточку, шубу. Так, ну что, шуба маловато. Хотя размер вроде как мой. Мой цвет, так как я родилась в год тигра, это вообще мое. Так, друзья, это тоже моя тема. Мне нравится очень такая жилеточка. Но она мне тоже маловато. Так вообще не скажу, какая. Точно не мягенькая. Так, а сейчас примерю куртку, которая мне очень понравилась, цвета хаки. И к ней же примерим небольшое такое платьице, тоже цвета хаки. Сейчас покажу вам, что получится. Так, ну вот эта курточка. Очень удобненько, но мне кажется, мне она коротковата, потому что, ну точно не с этой, не с этими штанами, не с этим свитером. Но так вообще цвет вообще обалденный. И она такая легенькая, не думаю, что она будет дорогая. И самое главное, что меня подкупило, то, что она новая. Сейчас, кстати, модны такие бомбочки. Наверху чем короче, тем лучше. Но я себя сейчас ощущаю, как будто я, знаете, накинула то, что у меня есть. И на базаре сейчас буду что-то продавать. Так, платье я сейчас меряю от Vera Moda. И сейчас посмотрим, что у нее тут. Размер XXL, скорее всего, будет большевато мне. И стоит оно не так дорого. Сейчас посмотрим. Но вообще оно такое тяжеленькое. Я думаю, что цена будет дороже, чем оно было изначально. Значит, штаны мы с вами мерили вот эти. L размер написано, но они очень большие. 49,99 стоило. И свитерочек мы мерили от такого бренда. И стоило... Цены нет. Так что вот так. Сейчас мы с вами, смотрите, нашли вот такое платьице. Мне кажется, что оно мне хорошо. Как вы думаете? Сейчас примерю его с курткой.
Не, мне кажется, платье хорошо. Только что-то здесь лишнее надо убрать, а так оно очень даже неплохо смотрится во всех местах. После того, как мне сейчас прислали платье из Америки, мне понравилось. Ну, я примерила цвет хаки, и мне очень понравилось, как на мне смотрится. Очень классно смотрится платье с этой курткой. Вот прям как я подобрала, так подобрала. Сейчас покажу. Понятное дело, что здесь просто колготки. Так вот, смотрите, выглядит платье и курточка вместе. Мне кажется, очень хорошо. Куртку можно расстегнуть. Напишите ваше мнение, как вы думаете, сочетается это красиво или не очень. Мне кажется, эта куртка с платьями вообще смотрится шикарно. Курточка получается сегодня почти 17 евро, но сейчас у нас идет 27 евро за килограмм, и я думаю, чем дальше, тем меньше шансов, что она вообще будет, так что надо брать. И платье тоже. Ну-ка, сейчас отправлю подруге, пусть посмотрит. Наташа, помогай, смотри, нашла такое платье тоже цвета хаки. Тут, конечно, просится белье оттягивающее, но посмотри, как выглядит платье. И к нему же я подобрала курточку. Сейчас тебе покажу. Так, сейчас, чтобы сразу в одном видео все тебе отправить. Вот, смотри, как ты считаешь? Тут, понятное дело, просятся колготки. Как ты думаешь, прикольно это или не очень? Сейчас пойду посмотрю, сколько будет стоить платье. Мне кажется, мне очень хорошо. Это реакция, когда Вера нашла что-то. Так, нашла еще такую прикольную рубашечку. И шубенцию. Была еще одна шубенца, но у меня только что ее забрала Жанна. Поэтому придется брать то, что есть. Киломакс надо как-то назвать, не знаю, как-то, потому что, смотрите, у него акцент идет на эксклюзивные, просто шикарные шубы. Вот, посмотрите, какая на мне. Тут я добавила немножко светленького. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. Просто рубашка как-то скучновато, я решила добавить немножко сюда изюминку. Вот такая шапочка. Вот так вот это выглядит шапочкой. То есть я никак не могу себе шапку найти, а тут смотрите какая. Сейчас скажу, какой бренд. Не скажу. Вот такая шапочка красивая. Блузка красивая, такой цвет красивый, да, но мне она маловато тоже. Так же, как и шуба, которую взяла сейчас, меряет в соседнем гардеробе Жанна. Но маловато именно в груди. Шуба, конечно, бомбическая. К сожалению, много где нету состава. Нашла вот такой свитерок. Смотрите, прям как из рекламы. Вот сесть в носочках длинных, да, на подоконничке и как в клипе «Алсу».
горлышком такая. Смотрите, это к шубе. В общем, кучу шапок перемерила, это пока самая красивая. Но это очень хорошо, да, к шубе? Она... Слушай, ну так классно! Вероника, я не могу добавиться для контента, но я не могу. Ее, может, как-то надо закручивать? Ой, Вероника, это такой контент. Закручивать надо или как? Я не знаю, пробуй варианты, Это хорошее? Хорошая. Я просто, знаешь, не хочу сильно яркое. Вот смотри, я присмотрела розовенькое. Не это хочу, очень яркое. Не хочу, чтобы выделялось, чтобы меня сразу находили. Это ядовитый цвет. Он ядовитый. А здесь меня не заметят, правда? Здесь тебя не заметят. Не обратят внимания. В лесу ты сойдешь за гриб. Мне пишут комментарии, не говори больше слова мягенькое. Ну, если она мягенькая. Ну, мягенькая, да. Няшная можно еще говорить. Интересно, да? Сколько она стоит? Пойдем посмотрим. Ну, пойди, посмотри. Сейчас. Так, смотрим. 3,79. Она мне реально на меня не лезет. Она сделала как лезет? На меня она шикарно лезет. У тебя голова не лезет. Красотка. Красиво. Только теперь как будем делить? Не знаю. Это мне сейчас это на Новый год как раз. Ну это твое, это твое. Это такая красота. Думаешь брать? Да. Да. Почему? Да? Сейчас пойду посмотрю, сколько стоит. Ну, вроде ничего, да? Вроде ничего. Вот эти вот хорошенькие такие. Вот смотри, зеленый сейчас в тренде. Зеленый сейчас в тренде? Зеленый. Вот этот цвет красивый, горчичный, да? Горчичный. Да. Ну, не толстый. Да, но вообще цвета красивые. Да, это хороший, вообще хороший. Хороший, да? Ну, Вера Мода вообще-то такой. Да, я, кстати, себе сейчас платье нашла, Вера Мода. Да? Угу. Это, наверное, то, что у нас продается. А вот. Красота, да. Красота, да. Давайте смотрим, что это. А мягенькая? Мягенькая. Няшная. Не колется? А, знаешь, это даже не... Смотри, это видишь такое, как он называется? Но вокруг то, что, да, да, обматывается. Да. Не колется? Что у нас там пишут? У нас тут пишут Дороти Перкинс, между прочим. Не хухры-мухры. Да. Да, Дороти Перкинс у нас тут пишут. Вот, и не знаю, что это. Акрил, наверное. Да, акрил. Это акрил стопроцентный. Угу. Да. Берем? Ну, не знаю, тебе подойдет. Нет. Я не знаю, сколько здесь мне обмотаться им и... Да, можешь и тело. Не, я подумаю. Вот здесь, посмотри. О, это типа, как этот бренд назывался? Луи Виттон? Луи Виттон? Ну, или просто... Поприкалываемся. Луи Виттончик, да. А вот это что? Вероника, где ты нашла Луи Виттон? Вот же. Я же это раз... Луи Виттон. Ну да, я же разбираюсь в брендах. Ты разбираешься? Да, я не очень. Такое поколение. Посмотри, какая... Не очень разбирается. Жанночка, обратите внимание, какая вязка. Вязка, да. Тут смотри, даже с рисуночками, сердечки а, тут. Это что за бренд? Dior? А посмотри, посмотри, как блестит. Это Томми Хилфигер, или как он правильно там? Бля, ой, красота. Блестит-то как. Мы смотри, как эти вороны, да? Посмотри, что мы нашли. Что мы с тобой нашли? Зара. Ух ты! Аксессуары. Прячем, прячем. Прячем. Будем думать. Не, ну ты действительно интересная такая.
тряпочка. Смотрится. Серьезно. Мне кажется, уже зима заканчивается, и Вера пошла утепляться. Ты знаешь, вот я даже думаю, может, мне его тоже это для контента. Не, ну очень красиво. Очень красиво. Меня вон тут снимают со всех сторон. Да. Трэш-контент. Возьмите себе тоже какой-нибудь шарфик, шарфик примерьте. Больше никак ничего не блестит. Я бы взяла. Вот это немножко блестит. Ну, блин. Ну, это я первая взяла. А цвет-то какой мой? Я первая нашла. Вы нашли, а я взяла. А ты взяла, да. Все, продолжение следует. О, нет, смотрите, какие. Ну-ка, крокодиловые, да? Красивые. Ой. Да, розовый крокодил. Ну это просто посмотреть. Да, вот сапог тут много. Немножко грубоватые. Угу. Такие они как бы неплохие. Но они тяжеленькие. Да, это будет стоить. Каблучок такой. Вера, я... Снегурочка? Так, а сейчас я иду за белорусской тушью. Как у нас так получилось? Мы же не договаривались. Нет. Вот Жанны кусочек. Ой, я так плохо выгляжу. Очень хорошо выглядит, да, Жанна. Да, я тоже хочу зайти в этот мультилюкс и купить себе кое-что. Да, и я кое-что. Сколько здесь стоят эти оттеночные шампуни, да? 4,40. Это УА? Это УА, угу. Украина, новенькое что-то, да? Наверное, не видела раньше. Ну, вот я тоже вижу, что это новенькое что-то. Угу. Тут, смотрите, это что, сухой шампунь? Вот сухой шампунь? Пусть шампунь очень плохо для волос и для головы. Да. Смотрите, какая есть интересная щеточка для волос, чтобы мыть волосы такая. Оп. Капсулки. Смотрите, нашла дневную маску. Так понимаю, корейская. Вот она. Шапочка. Прикольно. Никогда такого ничего не брала. И тут, смотрите, целая серия шампуней. Кондиционеры. В общем, все есть. А вообще пришла я сюда за пудрой. Пудра, которая для объема. Вот что-то похожее, порошок. Но не оно. Краски, краски. Вот моя. Вот тут инструкция, как ей пользоваться. Видите, для поврежденных волос как раз то, что мне надо. Шапочка специальная. Надо попробовать. Я тушь купила за 3 с копеечками. А тут вот от Maybelline, смотрите, 10 евро. Еще шапочку нашла. 3,19. Пока гулять в магазине с ребенком, ребенок может скушать бесплатно бананчик. Тут тоже, видите, дегустация, так что голодными не оставят. Так, извиняюсь, друзья, на море сегодня не получится сходить, дела зовут, но мы с вами сходим обязательно в ближайшее время. Только что попрощались с Жанной, хорошо провели время, походили по магазинам. В общем, Жанне привет. Видите, как деревня у нас все-таки маленькая. В этом новом магазине Киломакс. Продавцы нас тоже уже знают. Так что все друг друга знаем. Так что привет передаю всем. Всем хорошего настроения. Так, ну что, друзья, вернулась я домой с этим комплектом, который я подобрала. Платье было в одном конце, куртка в другом. В общем, все вместе мне просто... очень понравилось. А понравилось, и почему я вообще обратила внимание на этот цвет, я не знаю, говорила или нет, но мне на днях прислали платье. Платье просто обалденное. И я поняла, что этот цвет мне подходит, и надо тоже его брать, использовать. Вот я взяла такую курточку. Курточка
Коротенькая, удобная, мой размер, и застегнуть, и расстегнуть. Ну, вы видели уже, да, когда покупала на примерке, как оно выглядит, да? Так, что я еще взяла? Еще я взяла шапочку. Но шапочку я взяла больше по приколу. О, красная шапочка. Еще сейчас в мультилюксе скидка на тушь. Она была 3 с копейками. Я взяла 2. 2 белорусские туши. Взяла попробовать вместо того, что чистая линия, я пользовалась тональным кремом. В этот раз я взяла другой фирмы, но там такие хорошие продавцы, так всегда хорошо объясняют, что... Ну, в общем, нужно попробовать. Это аналог. Аналог чистой линии. Должно тоже быть хорошо. Потом, моя сегодняшняя находочка, это шапка-маска для волос. Я так понимаю, корейская. Я решила, хочу ее попробовать. Тем более, это для поврежденных волос, как раз то, что мне надо. И еще я взяла рисовую масочку. В Дрогосе сейчас также скидка на маски для лица. А с завтрашнего дня, по-моему, в мультилюксе тоже будут скидки на маски. Поэтому вот такие у меня сегодня покупочки. Как вам курточка? Расскажите. Напишите свое мнение. Мне просто кажется, что вот эта куртка, несмотря на то, что она короткая, да, любое платье, любое теплое платье, да даже весной, когда уже тепло будет, да, ее накинуть, и любое платье, и выглядит просто шикарно. Нужно, правда, наверное, сапоги или ботинки более такие грубые, плюс колготки, будет вообще шикардос. Все, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока. Так, немножечко добавлю. Сегодня у нас 27 евро килограмм был, да? И поэтому три вещи, ребят, куртка, платье и шапка мне обошлись всего лишь 32 евро 33 цента.